Понимаю. Ну, то есть, блядь, это, ну... А, помидор мускала. А где? О, шися. Сейчас бы. А, ну давай. Против нас какие-то чуваки из ПВНЗ на девятках. О, Винкс Макс, он когда-то у меня в роте катал и в танкоманах катал. Но он не супер хороший игрок, он неплохой. Ты гору поедешь? Да. Как думаешь, у меня есть смысл тоже или нет? Я бы на пачке, наверное, тоже на хурку поехал. У меня там могут, сам понимаешь, как разорвать. Печально. Ну а потом, ну и решай сам. Но СТ-шки, если они поедут на горку, да, они тебе не дадут играть. Можешь в крысу поиграть. В крысу с C6-5, да, просто попробовать. C5, да, там. Давай я, знаешь, сейчас встану вот здесь вот около камня, вот здесь вот прям слева. Можешь просто подняться вот сюда. Да, не, да, я говорю вот слева от камня. Если ты заберешь гору, я к тебе поднимусь. Или там помощь нужна будет. Если нет, то нет. Альфа не пришла. Блин, зарядился и чел из прострела пропал. Пальцы с орудия делать. А он красный. Что? Я КД тебе. 23 КД. Я нет заряжающего, у меня нет мехвода, нет пушки. Да, Макс, лучше едь сюда, в кустике станешь, будешь хоть горку подсвечивать. Ну, нахуй. Блин, семку пробить не могу. Семка просто полетела. Бля, бэшку никто не стрелял. Подожмусь. Арта КД, ну, стреляет по этой. Я не особо, не хочу особо рисковать, если честно. Не, рисковать не надо, надо использовать союзников здесь. Так вот, блять, ребята, союзники используются. Кто не знал. Цвету. Там чел сразу отъехал, моментально наш. Так что... Вариант, я тебе хочу сказать. 49-ка КД по мне. Учить. Я уеду просто. Мы проигрываем, кстати говоря. Не знаю как. Первый фраг! Охуительно, помидор не нравится, блядь. А, может мне вплотную в камень зажать? Рентген. Да. Шабах сюда приезжал. Сюда. Есть. Что есть? 260. Главное, блядь. Арта на 600. Бля, что ж стерва, блядь. Не закрывай. Мне коин закрыл прострел. Готов. Если успею стерву разменять, будет охуенно. Но, наверное, не успею. 200 хп Т-49, 542 прогета. Блять, не успел свестись. Сука, я что-то на дуру казал.
Пизду, я промахнулся. Она в низинке, да, там? Да. Бля, я ближе подъезжаю. Блять, мы вдвоем остались. Арта еще. Вододика ты сможешь убить? Не знаю, нет. Арта когда? Минус раз. Проджета двушотная, 49-ка шотная. Конь краснопузый. Арта минус 2. Опять свечусь, сука. Ну стой, блядь! Сука. Я сейчас буду ближайшие кусты к нему занимать, чтобы он вообще не... Сколько у него хп там? На 800 с небольшим. Бля, мы можем проиграть. Они растащат вообще. Это все тогда. Помидор! А я огурец! А я огурец! Помидор, блядь. Таких помидоров нахуй вертели. А теперь надо этого 260-го. Смотри, как это нахуй делается, блядь. Ну, сорта очень вменяемый. Сколько у тебя хп? 800. Я поехал. Давай. Надо упарываться, иначе КГ будет. Ебать, меня пересвечивает, это просто пиздец! Я через кусты... Блядь! Чувак, 30-ка здесь. Меня просто... Это ужас какой-то, меня так пересвечивали. Мне не надо было из леса, надо было дефиться стоять. Здесь я на рельефе зажила, я не смог убить. Ну и что это, блядь? Да пересвечивают пиздец за счет ЛТшки. 30-ка КД. Даже тебя это тебе 30-ка сутило, походу. Благо, что они арту не убили, это охуенно. Сейчас арта наша пизданет по 30-ке. Не пробил, он фугасами. Куда поехал? Чемодан за... Мне арта прислала на 620. Не, а чё я ошибся? Где я? Я ошибся только в том, что в принципе это направление выбрал, это решение принял. Во всем остальном. Может быть, не было смысла возвращаться назад и вперед ехать. Сейчас убьешь его, охуенно будет. Хорош! Он попал. Он попал, блядь, в миллиметр, сука. Он затащит катку и все, нам пизда. Влияет ли на комфорт игры и личный результат в бою максимальная детализация прорисовки карт, качающаяся трава, цветы, птицы и т.д. Мешает или помогает? Да, стоит ли нагружать комп макс качеством клиента? Мне кажется, что каждому свой... Блять, своя арта пизданула. Долбоёб. Спасибо за донатик. Я из-за этого умру. Мне кажется, что это каждому индивидуально. В каких-то случаях какие-то вещи мешают. По поводу детальной прорисовки объектов, это нужная тема, потому что в текстуры, чтобы стрелять. Понятно, блять. Долбоёб на арте. Я немножко не доиграл свое. Хорош, нахуй. Четвертый готов. Я двоих. Не, ну это было потно и жестко, я бы сказал. Ну я помидоры законтрил, заебись. Я же сказал. А ты ему на каток влепил, и он стоял еще? Да, да, да. Я знал, что он туда сейчас будет укатывать и в курс вставляться. А сразу же прям в центральные кусты рванул и нахуй. Я неправильное решение принял дважды. Я отсюда зря уехал сюда развивать. Надо было там стоять дефиться. Это раз было неправильно. Второе, когда я вот отсюда поехал убивать вафлю, у меня было 1700 хп. Я ее убил и начал возвращаться обратно. Надо было на похуй поехать вот сюда. Получить тычку от 49-ки и убить проджета. Понял как?
А я ошибся в том плане, что начал возвращаться. И на откатке мне дала 49-ка арта и проджет. У меня осталось 800 хп, а потом меня тут просто пересветили. Потому что, ну, 49-ка, понимаешь, ЛТ, и я, блядь, на 50 б стою. Я стою в кустах, не стреляю, но маскировка, сам знаешь, какая. Да, бля. Ну что, наказали? О, да. Где он? 5-100? Командир подразделения. А где Бэшка? Очень приятно побеждать хороший взвод. Очень приятно.